Всем привет! Продолжаем знакомиться с описаниями картин Элих Ведер «Чаша смерти». Холст масла 113/57. Смитсовский музей американских искусств, Вашингтон, округ Колумбия. Впервые Ведер написал картину в 1885 году, но значительно переработал в 1911. На картине изображен ангел, держащий чашу перед лицом упавшей в обморок молодой женщины, которую поддерживает ангел. Свет жуткий, половина луны видна через разлом в облаке. Возможно, это представление общего предмета ранней смерти с использованием более тонкого подхода, чем обычный ангел смерти или мрачный жнец. Вот такое описание картины Элиху Ведера «Чаша смерти» я нашел в интернете. Все, пока, всем привет, до свидания.